Вы видали нечеловеческую жадность? Вот эта рельса, которую пытается выкопать, она даже не узколейная, она меньше. Она вообще тонкая какая-то. Все равно видите, раскопали как. Невероятные жмоты, да? Хотят сдать. О, металлоломщики, твари, а? Вот что с ними делать? Прям посреди дороги копают. И ни хера не боятся. Вот пруд. Народ интересуется. Прудом всем, да, дорога. А и похеру, да? Копают, вытаскивают. Как они ее еще нашли, да? То есть она была под землей. Это рельсы, ее надо было с металлоискателем искать. То есть они по вот этой дороге ходили с металлоискателем, искали эту рельсу, да, пиздец. Это же надо быть такими жадными-то, а? Офигеть, конечно, да. Я-то их не понимаю, закажу копейку. Такие-то, конечно, закажу копейку, удавится. Офигеть просто, да? Как они еще вон ту покрышку, что вон там лежит, вон там внизу. Как бы они из болот не вытащили, я на резину не сдали. Ведь тоже 3 рубля за килограмм. Офигеть, короче, да? Я офигею, да? От этой жадности. Не понимаю таких людей вообще. Даже до боярышек не хватит. Ты будешь выкапывать. Он не ленился, он выкапывал это, да. То есть такую яму раскопать вокруг рельсы. С совочком вот этим, да, для горшков цветочных. То есть он 3 часа ее выкапывал, не выкопал. Дальше будет выкапывать. То есть он готов за каких-то 2 килограмма железа. Пушантонка, она меньше узкоколейная, она вообще какая-то игрушечная. В 2 раза меньше, чем узкоколейная рельса, это вообще. То есть он готов часами копаться, офигеть. Просто вообще. Он готов целый день угрохать, чтобы добыть, не знаю, рублей 20. Где-то с нее будет максимум. Даже если она метр длиной, она такая тонкая, что с нее рублей только 20 будет. Будет килограмма 5, да, и рублей 20 дадут за 5 кило. Чугунины этой, да, поганой совковой. Вот, every good, короче. Не будьте жадными.